Едет быстрее, мне Так, нужно, ждем, пока чтобы полагает, вы мы садимся сзади, стояли. который у нас МТВ. Я пытаюсь. Сзади меня какой-то хач. Алекс, ты, да? Почему он едет быстрее? Да, водил уже хач. Бля, проверка, у меня дали. А, ребята, кажется, Саня у нас вылетел. Шеф ТЛ. Тип легче. Саня тут? Русский ехал быстрее. Все я в грузовиках. Обоев тут? У нас дым вылетел. Дыма погрузить бы надо. Проверка. Сколько мы тут? Херц вылетел. Все в ДВР, все сзади. Все, у меня еще права. Внутри. Почему в нашей машине ждем сидеть? Я сел уже. Сел я, а там вообще миномет где-то спрятан. Да. Сейчас нажал, поехали. Так, тихо, отойдите все от машины. Я на драйве. Посадите. Обоих. Да, я посадил сам себе. Сейчас, погоди, я на строка прыгну. Давай, ну знаешь, что подожди. Что лагает? Пролагало, нет? Все на стрелке там. Так, ладно, лапки если погрузились, и выдвигайтесь по маршруту. МТВР, как погрузитесь, начинайте движение. Лапки на ДВ. ДРСГ лапка. Двинулся. Двинулся. Слышу. Обой, что там дымится впереди? Ну, что едет впереди? Не вижу, что едет. Сейчас, погоди. Камер должен быть, по идее. Там дофига чего едет, короче. Это маршрут. Да, камер. Все понял. Поднимайте высотку, а вы добегайте на дугательную высоту. А справа камера впереди тоже. Не выдвигайтесь. Да, конечно, вам самым первым надо было выдвинуть. Так, отделение в гору поднимитесь, МТВР, не переваливайте лапки просто по вершине где-нибудь, да, под, с той стороны хребта встаете, точнее с нашей стороны хребта, ждем указания от СПН, где враг. Давайте так, чтобы не светиться с той стороны хребта и сразу выкатываться. Краб, там если что, эти камера могут и в гору лезть. Со скоростью 10 км в час, ну, могут. Ну, я думаю, проще их внизу вам оставить.
маршруту движетесь? А штаб на точке ожидания. КНД живы? А что у вас было? СФ живы? Не вернулся, нет? Да-да-да, я здесь. Ну, все отлично. Ну, посиди тогда пока, наверное. Ок. Медицина раздать, нет? Принял. Скинь в хай. Гляну. Да, в хай. Ждем докладов СПН. СПН по подъему на... По выдвижению наблюдателей потом доложите. А чего у вас интересного есть? У нас есть интересный, блядь, визу, который сюда зачем-то пришел. А тебе ДВшка нужна? У меня есть. И даже медицина есть. Охуенно. А я тогда спизжу ДВшку. Забирай. Принял вас. Там на хребте что ли сбрасываемся? А лавки, положите свою позицию. Да, конечно. СФ, СПН, на связи? Вы где, Вань? СФ, метку на себя актуальную поставьте по возможности. КНД живы? Обоев, разверни пулемет на 40. Аккуратно, ладно? Те камни. Контролируй их. А, не вижу метку на СФ, СПН. А, я понял, вы на месте, да? Нет, медик есть. А, контакт. Тоже туман на 40. Есть. Че, куда его надо? Сейчас он прибежит. А, окей. Снайпер. Вот снайпер. Пехота. Появился. Вся пехота. Начинаем обоев. Движение в сторону метки КНД. Да, снайпер. Бросаем его в ТВР. Кто стоит? Спасибо. Разрешаю открыть огонь. В хаммер садимся. Сейчас, погоди, лечу. В РСГ. Где у вас Дорс? Отдаун. Ну как перезайдут, спасибо. Пускай докладывают. Лап. Ты на стороне. Да? Здесь? Если что, меня промо. Садись. Смотрите, смотрите, сколько. Да. Все в машине. На лапке начинаем движение по маршруту в сторону метки КНД. Попробуйте вертолет, сбить вертолет. Вертолет сбивать нет. Низко. Лапки, работай. Работай, работай. Так, лавки отставить пока огонь, а пехоту поддерживайте, двигайтесь по маршруту. Вань, по возможности с западной стороны склона выдвигайтесь на следующую позицию, если получится, через высоту 25.05, как поняли. СФ, прием. На связи.
Да. Вот в эту лошадину закатываемся, воюем здесь. Лапки перекатывайтесь, лапки перекатывайтесь. Три. КНД все походу, потому что по ним работало. Я вижу, работает. Да, воюем, парни, воюем. Там пехота бегает на краю стрелка. Я не знаю, чья это пехота. Лапки какие есть, которые перекатили через склон? А, смотрите, там пехота поверху бегает. Определите, наших, наша, не наша, если не наша. Пятая позиция ваша где? Пятый прием. А, ДМБ. Поднимай свое отделение туда наверх. К НДшникам. Грузер, спайсы дорого, видишь? Ну ладно. Нет, всем отделениям оставаться в низине, фоксам подниматься наверх, помогать КНДшникам, если они еще живы. А, лавки, подожмитесь куда-нибудь под склон на метку фокс, которая актуальна. Миномет. Принял. Зацепитесь по местности пока. А, все живы? Дым тут? Да-да-да, здесь. Давай занимай водилу, водилу. Занял. А чего потеряли? На 350 дымов камеры. Дай. Сейчас выйду в бинокль, посмотрю, что там. Да туда должны, куда, где белый дым? Там уже нет дыма на 350. Ну, я понял, свои вроде, да, туда поднимаются. Опа, СВД близко, бля. Да, на вершине там. Боев, накрой, накрой, дикбэшки. Обоев.
дальше. Немного сподливать. Чё, прям подожди? Поехали, я сейчас на метке засовывал. Если просто меня подберёшь. Говорят, на что идем. По дороге продвигайтесь, меня подберете, прямо на вас стою. Сейчас нас минометом пройти, ебнут. Воздух проходит. Да, я вижу. Да, смотри. Против солнца нифига не вижу, куда попадаю. Что говорит? Не знаю, точка взорвалась что-то. Понял, понял. Где наши лапки? Снизу бэк офигачит по этому месту. Вадим, продолжать движение дальше или подождать? Остальные где? Парни, давайте по дороге, по маршруту, через Дарбанг пас потихоньку продвигаемся. Там где-то БМП стоит, ее надо выбить. Она стоит в районе высоты 23-47. Сука, восточнее или запада. Тру на связи. Я понял, ждем, когда лавки выйдут. А, это которая? Нет, поставь. На 33 ходи, я стрелю. Забивай, забивай, пожалуйста. Я тут не... Там вроде с ФСП у меня гасты. Так, поехали в лавку. HQ сколько лавок? Три все здесь, да? А РСГ? А. Скажи им, чтобы вышли на дальнее. Лавки на себя, актуальные метки поставьте. И вообще нигде не обновите метки на себя. Отлично. Продвигайтесь по маршруту в сторону Кокару. Все дружно лавочки. Пошли, пехота за ними. Да, вы ДМБ идете по верху. Ваша задача на 24-29 подняться, спуститься сейчас в зеленку, которая будет внизу. Сейчас. Думов обоих свои там бегают. Поставил метку для Фокса, остальным отделением по маршруту в сторону двигаться. Лавки идут впереди, работают. СПН, СФ. Метки обновляйте на себя и по возможности на врага лавки будут отрабатывать по вашему наведению. Ну какой-то хер идет, блядь, на не торопитесь сбора. Так, чтобы идти чуть впереди пехоты, как поняли. Там вроде метка на СФСП. Не-не-не, это походу враг. Я сейчас лавки отработаю. Короче, еще метку поставлю, где это примерно. Восклицательный знак. Он поднимался на север. Ну не знаю, трудно было разглядеть далеко. Да СФ разберется. Че, двинулись потихоньку? По дороге, да, едем? Да, аккуратно так. Там пехота, да, толпа бежит, я думаю, как-нибудь проедем. Эх, ты проедем. Лавки живы? Кто-то тогда ускорил ДМБ на дорогу, понимаете? ДМБ, живой? ДМБ, пьем. А это не годится. А, метку обходимся. Лавки обходим, нет? Нет, лавки вообще.
оборону, воюйте. Пехота, пятые. ЛГ. Кто еще пехота были? Ну, раскатывай, что делать-то? Там красный ландак со старта стоит. Красный ландак со старта стоит. Обой. Лавочки, продвигаемся в сторону Кокару, пехота туда же двигается. Бой в вертолете. Далеко, далеко, он высоко, недалеко. Парни, продвигайте потихоньку вперед. Ты пешком пошел? Опа, прям, блядь, за нами, по-моему, намёт бьёт. Куб живой? Кукурузер живой? Хаммер, меня подбери, тормозни. Тут вот тело справа, может его посмотреть. Живой же. Выйду, посмотрю тело, он валяется нашу. Стой, да нет, далеко не уходи. Да вот он рядом лежит в елке. Зачем он тебе нужен? На 30, вылечить, чувак. Метки на себя обновите, актуальные лавки тоже на себя метки актуальные. Поставьте старые, удалите. Бегай, посмотри быстрее. Ёптать. Из города на север продвигаемся. А что делаешь, блядь? Я не могу же взять миномёт отменить. Не мёртвый. Поехали, проскочим для перекрёстка. Едем, едем. Сейчас. Всё. На зеленку, на дорогу и по дороге прям до перекрестка вали через Кокару. Лавки тоже начинаем движение в сторону севера. Бэху видишь? У нас нет снайперов, в гиле не было, убивай. Минометом нахуй накроет. Тормози здесь пока. Нет, он уже самое движение заставлять, короче. Переносит, видишь, быстро, не успевает. Так, пехота притормозить, дайте миномету, пускай немножко уйдет, потому что он с опережением работает. И сразу за минометным огнем проходим вперед. На 357 какое-то тело на горе. Че, вы принял тебя? Метку на себя актуально.
Уничтожайте! Уничтожайте лавками! С запада походу бэха что ли долбит? Ах, на горе стоит, да. Вижу, где она. На 279 на горе. А, все, я прыгал. Взорвали. Слышь, поехали потихоньку по дороге. Я сейчас поеду, сяду. Муха, муха летит, блядь. РПГ-ха летела. С севера где-то. Стой, 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 стой. Аккуратно, с севера, слышал, как РПГ-ха летел? Да, да. Метров 500, наверное. Лапки. Живы? Двигаемся, лапки, двигаемся, до перекрестка надо проскочить, поехали. Боев, давай вперед, смотри, усиленно. Пехота где? Пехота живая есть еще? Двигаемся, двигаемся, до перекрестка задача пройти. Продвигаемся до перекрестка. Алга нормальная такая, да? Обоев нравится? Вообще. Так, на 290 какая-то техника. Что? Обоев 260 развернят, туда же пока стреляет. Это дым завидел, говорил. Слышишь, работай? Я слышу, не вижу, можешь вперед чуть-чуть проехать. Не-не-не, смотри, 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 чтобы не вышел. Нормально стоим. Главное жди, если он выйдет, чтобы ты его... На корке кто на 237? Свой, это свой. Или нет, такистанец, по-моему, подожди. Вроде такистанец. Лево, потерял. Каска, блядь. Он направо ушел, на 80. Да-да-да, направо ушел. Такистанец, вон, 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 внизу, внизу. Асимон, где? Ориентира. 80, ладно, сейчас ёбнет. Сука, целится. Какие 80? Сзади отделение, короче. Противник. Да, да. 80. Ща я выйду, блять, не сможешь. Дороги выйдут, смотри туда. Ох, банан. Откуда пуск-то был? Сзади, с 80. Отделение. Куча меток СФ стоит, вот они там ползут. Прям звезди он сразу. Там у меня пулемет есть, могу тебе дать. Ну, наверное, целушка.
Нормально все со мной? Медика нашел, никому медик не нужен? Спам за трубой не успел, ее забрали. Тут карта еще есть, бинокль, если кому надо. Так, стоп, я сзади тебя никого не вижу, а нет, он был бойца. Тут целая тапа. Термобарический был, потому что. Сбор. Ничего, это сбор. Возле нас прям в пуске, вроде. Где-то на склонах. Со сбора, да. Со склона, со склона. А, вон наверх, сверху. На 260 где-то там. Минус лавка. Пехота, идем. 260, там ТСЛ. Калашников, противник, значит. Реально на спине, на западе противник. Походу. Или на 260. На двух сторон. Они на игре? Они на игре, да, за стрелом. Вижу, на 260, там пех был. Занимаю позицию, наблюдаю. Работает, трясет.
работает прям с базы военной, когда на западе от контрабанды. Походу, пофиги, мы еще время амуницию с пиратом сможем стрелять. Двигаемся дальше, не останавливаемся. Да, по нам идут, по нам убивали. Раба живой? Да, раба. Ну, за спине вроде. А метку на противник так и не ставят, понятно. В смысле, я уже... Мира, ты сиди откуда? По вам откуда стреляют? Примерно с градиента. Не знаю, надо просто проявили огонь. Наши следы сидят тут. На горе. Подожди, это точно наша мира? Да, не поверили, мира, твой. Там потом. Зону бегите, Гамсуна идет ПХ. Мират, это Мират, на юго-востоке кто это? От нас. Зеленая форма. Блин. А вот то, слышишь? Видел, да, пусти, видел? Вы фашисты, да, что вы меня бросили в атаку? Я говорю, я мы так. Это не подстрелить его, говорит. На юго-востоке, на юго-востоке от нас. Повторяю, не подстрелите мой горящий пердак. Да не выйдешь, не убьем. Я минус 3 в городе дал, метку на себя поставил. Получается военная база тут. На западе от города. Тут минометный расчет был. На юго-восток, там за горами кто-то еще. Мы чуть тяжелее тебя, Кирилл, в горах находимся. Чуть тяжелее тебя. Чуть тяжнее тебя, мы в горах находимся. Чуть я понял, правда. Слушай, я слушаю. Я тут без дом, короче, у меня БЕшник выключен, спасибо. Там где там? Я спустился чуть к городу. Что ты едешь?
стамины мало. Очень мало. ФБ я сломал. Передай пустовка 200 метров снизу. Живой, живой. Там машина какая-то едет. Короче, ребят, в домах противники там не забудут. ПХ, пацаны, ПХ. Где? На северо-востоке, на северо-востоке. На 140 какая-то техника стоит, ребят. На 140. По-моему, прям БХ стоит. Вражеская ПХ. Вражеская ПХ прям возле нас. ПХ на 140. Алло. На 140. 140. Все, походу выбили, походу выбили. 140. Они не выбили, они едут. Ботов на машине обувь нет. Какого хера Мэддос на КВ нормально не может выйти? Саша, там назад откатываться некуда было. А, ну пошли к себе. Там надо было вперед просто давить, но поздно уже вышел. Да фиг ли, две сразу, я что-то на экстремале не успел переключиться нормально. Условия захвата зоны меньше двух красных. Что-то ебанутый какой-то это для такой зоны. Это точно.